told him make you happy. I put it on the phone, something nobody looks so happy about it. Друзья, эта гигантская серия не для новичков, для очень опытных атлетов, поэтому новичкам не делать. Значит, сегодня 15 дней сижу на ДДТ. ДДТ – это белковая диета, не будет с кето-диетой. Жиры я почти не ем, как на кето. Но, так что дела идут на поправку. Тренируюсь, полон оптимизма. Друзья, значит, многие пишут, когда будет продолжение 90-х, чтобы продолжение 90-х снять, я же 8 месяцев не работал, пенсию получаю, да, мизерную, 8-300 или 8-500. Но для съемок, я снимаю фильмы за свои деньги, мне нужно набрать подопечных, мужчин, женщин тренировать, чтобы начать съемки. Поэтому, если у кого есть знакомые, которые живут в Ростове-на-Дону и хотят получить настоящий быстрый результат, пусть пишут мне в личку ВКонтакте. Настоящая страница моя ВКонтакте, там много фейков на меня. Это где? 11 тысяч подписчиков и друзей где-то 2,5 тысячи. Значит, на обложке я так сижу с обнаженным торсом, сверху закреплен мой фильм 90-е. Вся свежая информация, видео там. Все комментарии там. Девушкам это там постоянно пишет, Яна Микова. Ну, тут с Яночкой в фильме 90-е. Она мне, ей огромное спасибо, она мне помогает все время, несмотря на то, что работает целыми днями, помогает, мотивирует, готовит мне еду. Так что я очень благодарен. Яночка, я очень люблю. Но так что приходите, тренируйтесь, и результаты будут отличные. Девушки будут женственные, красивые, стройненькие, с тоненькой талией, подтянутыми одичками, мужчинами здоровыми, крепкими. Но я подопечным не даю никаких примочек. Ни жиросжигателей, ни претреников, ничего. Чисто правильно слежу за правильным питанием и тренирую правильно. Так что приходите и увидите результат. Так что здоровья вам, успехов. И все будет такие. Главное быть оптимистом всегда.